motherfucker. У нас тут есть охранение, а тут что у нас? Тут у нас вспомнить, куда что вообще? Это что? Сикстон, мы в печали. Итак, вы закончили тем, что вы убежали от чужого и прибежали, собственно говоря, вот сюда. Спустились вниз. Прежде чем мы продолжим нашу увлекательную космическую историю, мы поздороваемся. Васап, ребятки, васапщики всем. Это канал Олеги, Let's Play Racket, Aliens Isolation. А мы продолжаем, да, мы продолжаем выживать в этом замкнутом космическом пространстве. А напомню, что за нами еще бегает какая-то психо она ящерица вечно голодная. Есть выжившие, которые также не очень дружелюбно настроены. Я уже не говорю про всяких андроидов там. Да, еще у нас дырки появились в потолке. Вот такого образа. Все сложнее и сложнее. Что за дырки, спросите вы меня? А дырки непростые. Дырки инопланетные. Ну, в смысле, вентиляционная шахта. Там, короче, чужой лазит. И в нужный момент он может вас за голову утащить в эту дырку. Смотри, здесь мы роботов перебили, правильно? Там есть ребятки. А что у нас там с фонариком? Фонарик у нас тоже есть. В окне во весь экран. Разрешение тени. Не, ну 2х, наверное, круче, да, чем 1х. Фильтр, а не затропный фильтр. Слушай, ну так-то получается, да, не работает, да, вот эта штука. Видимо, тогда еще ее не было. Ладно, не беда. Так, здесь у нас там. Вот мы вышли с какой-то стороны другой, да. Мы прошли вот здесь, вот так вот, и попали в обучение техперсонала. Я все видел в камере слежения. Ко мне подняться сложно? Нет, мы в западне. Лифт не работает. Чините его. Рядом с вами склад деталей, там есть все необходимое. Мы не знаем, где там искать. Там андроид на выдаче, включите его. Он охренел? Тут Питерсон интересуется, ты там не охренел? Андроиды нападают на людей. Они вполне безобидны, если не нарушать правила. Поговорите с андроидом на выдаче. Да, конечно. Как починить лифт. Ладно, отбой. Вот сволочь. Вполне безобидные. Интересная теория, но я не собираюсь ее проверять. Итак, мы выяснили следующее. Значит, у нас есть лифт, он не работает. Его нужно починить. Детали находятся на складе, а как починить, знает андроид на выдаче. В общем, да, чужие ходят, чуваки ходят, все куда-то идут. Мы должны идти тем временем. Нам нужно отправляться и чинить лифт. Мне нужно пройти вон к тому, как бы это, и потом вон как бы туда. А они как бы такие, и что? Слушай, они тут роботов расхерачили. Меня вот вопрос интересует другого характера. А не лазит ли эта тварь где-нибудь здесь в каналитаты? Потому что, вы знаете, на самом деле мы уже увидели, как она лазит в каналитатах. Поэтому я не чувствую себя более безопасным, ползая в этих трубах. Что наоборот. Делать? Погоди, дай учитывая подумать. То, что в этих трубах ты бегаешь не с такой большой скоростью. Звуковой генератор. А мы умеем делать вообще звуковой генератор? Нечего. Он сам нарвался. Подожди, так я ж могу это делать, прикинь. Вот будет умора, если я под конец игры узнал, что у меня мышка может дальше, чем на аптечку падать. Да, смотри, прям замечательно. Аккумуляторы, вся эта штука. Я, оказывается, могу тут все создавать. Отлично. А я думал, что это я кроме аптечки ничего не могу сделать, прикинь. А я, оказывается, дохера могу сделать. Смотри, давай что-нибудь сделаем. Давай бомбу сделаем. Отлично. Мы бомбу можем делать. Патроны нашли. Здорово, very wonderful. Вообще класс. Обожаю эту игру. Так, мы залезли наверх. Давайте посмотрим, что у нас наверху. Практически ничего. Вопрос только, есть ли тут место, где спрятаться? Потому что мне не очень бы хотелось бы разгуливать, когда эта тварь объявится. Она где-то тут, и она где-то идет к нам. По прямой здесь лучше не проходить. Это специальная лесенка сделана, потому что из этой дырочки, как я вам и говорил, может появиться... Появиться могут ручки чужого. И все. Жутко интересно, что с ним стало. Осмотреть. Вот эти звуки, знаешь, как будто кто-то свалился. Очень-очень страшно. Мы зашли в кабинет, но у нас есть проход в правую сторону. Давайте еще раз вправо сходим, посмотрим до конца, что у нас здесь есть. Смотри, что здесь? Что здесь? Ты видел, что здесь? Здесь дохера всего вообще прям... И комната какая, и сохранялочка есть, смотри. Вот как замечательно. Сейчас только стоит подойти к двери. Так, тем временем. Отлично. Замечательно. Я хер туда пойду, честно.
чтобы через центр не идти. Мы сейчас с вами, получается, прошли по второму этажу, спустились вот здесь вот и теперь идем вот сюда. В склад запчастей мы, наверное, вряд ли попадем нормально. Ладно, будем медленно, но уверенно двигаться прямо туда, куда нам прямо туда. Я не уверен, что нам именно туда нужно, но думаю, что может быть нам куда-то туда. Тем не менее, я постараюсь выжить. Аж страшно. А в Лондоне, Буэнос-Айрес, Нагасаки и лунном фортпосте Шикард в Аргентин. Шикард в Аргентин. Что? Ну, серьезно, у вас попроще назвать. Шикард прям. Они занимались тем, что они производили андроидов. Андроиды — это было их все. За андроидами было будущее. Эти же андроиды тут нахер всех погубили. Так, это уже интересно. Значит, сюда мы проникнуть не можем, там пройти мы не можем. Здесь у нас нихера не работает, да? Просто замечательно. Ну что ж, хорошо. Приключения. Как-то раз. Я пошел на склад, где хранились андроиды. Цель обновлена. Открыть дверь для склада запчастей. Что же произошло? Явно ничего хорошего. Там жутко страшно, я тебе скажу. Прям очень страшно. Особенно вот тот андроид, который стоит в красной камере. Вот прям он меня вообще бесит. Смотри, чувак какой-то. Взять жетон. Надо смотреть. Шприц, этанол. Ну понятно. Все понятно. Чем вы тут занимались? Алкоголь, значит, у него шприцы всякие. О, что это такое? Найти способ включить андроида. Как-то что-то все, ну, слишком тихо. Слишком тихо все в последнее время, очень прям... Подожди, ветер перестал дуть, свистеть, прям, ну все. Это вилы, ребята, это вилы. Сейчас что-то произойдет, видишь, уже что-то происходит. Смотри, что я нашел. Я нашел карточку, а также я нашел вот эту штучку. Сейчас жутко интересно, что вот там вон, понимаешь? Прям жутко интересно. Прям можно залезть даже, прикинь. А, ну здесь, короче, я понял, ага. Здесь можно вот сократить, да, получается? Ну, получается, что да. Ничего интересного. Просто, ну, invisible way. Так, выбравшись из вентиляции и поняв, что там делать нехер, мы отправились, смотри. Восстановить подачу энергии. Найти способ включить андроида. А, андроид нам запчасть достанет, походу. Да, он же... А, андроид точно. Андроид же запчасть выдает. Или он починит лифт. Я думаю, что в любом случае нам нужно идти наверх. Права администратора. Кто выключен ключом и ожидает активации. Обосраться. Хера у вас звуки здесь. Охереть. Так, и чё? Теперь встань и иди. Чё он не идёт? Это параллельные прямые, которые пересекаются. Так, соседние двери у нас по-прежнему газ. Но у нас открылась дверька, смотри-ка. Точнее, далее у нас вот это, далее у нас вот это, далее у нас вот это. Так, какой-то хлам, маркеры трясутся, что-то тут это. Давайте почитаем, что у нас в компьютере. Нужные детали. Они на складе запчастей, ряд 1, стеллаж Б. Если сам не найдешь, попроси сходцов андроида, только меня не доставай больше. Значит, первый ряд, стеллаж Б. Только без глупостей. Так. Чем могу помочь? Мне нужен цилиндр сжатия. Склад запчастей, ряд 1, стеллаж Б. Пройдите за мной. Давайте постараемся не шуметь. Окей, этот, походу, еще адекватный. Новое программное обеспечение его не затронуло. А, вот где пропуск-то, прикинь. Мы пришли. Цилиндр сжатия находится в самом конце этого ряда. Просто замечательно. И в последний момент, когда мы опускаем последнюю платформу, это там такой чужой. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот мы пришли в самый конец. А вот цилиндр, да. Еще что-то. А еще я заметил, что там есть некая вентиляция, в которой я тоже хочу долезть прямо из любопытства. Мне очень интересно, что в этой вентиляции будет. Потому что, ну, это ж вентиляция. А тут ни хера нет, блядь, ребятки. Тут ничего. Тут ничего нет.
Это что за прикол? Почему? Все же было классно. Зачем ты пришел сюда? Нет, в смысле, серьезно? Ты выпрыгнул, упал, и ты сейчас вот стоишь возле меня? Прикинь, ты нормальный? Только что был здесь. Осталась загадкой та комната, в которой находится газ. К сожалению, не знаю, как отключить этот газ. Поэтому мы медленно, но уверенно двигались к точке заветной цели. Всего лишь навсего нам нужно было починить лифт. Мы взяли необходимую деталь и уверенно продвигались к нашей заветной цели. К нашему поломанному лифту. К нашей неработающей технике. Воу. Обосраться. Вот это ужасы. Вот это страх. Смеркалось. Хотя я не уверен, мы находимся на космическом корабле, поэтому здесь, может быть, и расцветалось. Мы почти добрались до нашей заветной цели. Вот мы сохранились. Вот мы поставили. Вот мы сели в лифт. И вот мы отсюда смотались. Ну а что будет дальше, вы узнаете в следующей серии. С вами был канал Олег Геймлэш, Пэй Рак. Увидимся. Пока.